Ты принес мою книжку с набросками? Да, но не в самом лучшем виде. Клянусь наковальней. Что за вонь? Как это понимать, парень? Тебе лучше не знать об этом, поверь мне. В таком виде она сгодится? Дай посмотреть. Какая жалость. Большинство набросков испорчено. Но я могу обучить тебя вот этому. Давай приступим. Чего зря тянуть? Господин! Ты принес прудовку? Свежая прудовка! Налетай! Дай глянуть! Да, да, это она! Раненым станет легче! Тогда скорее к ним! Огромное спасибо! Вот, я переписала для тебя рецепт. Это традиционный целебный отвар моей матушки. Спасибо, спасибо. Гаваан в безопасности. Да, я наслышана. Мы так рады, что лорд вернулся живым и невредимым. Думаю, пострадала только его гордость. Переживет. Глядись-ка, этот парень, видать, знает свое дело. Господин! Глядись-ка, этот парень, видать, знает свое дело. Мое почтение. Приветствую. А, ты вернулся? Удалось найти что-нибудь полезное и продвинуться в поисках храма? Я нашел старую карту, на которой указано точное местоположение храма на Белоглазой горе. Но на ней нет никаких подсказок насчет того, как добраться до храма. Ну, может быть, я даже сумею тебе помочь. Несколько недель назад ко мне заглянули двое магов, которые тоже хотели попасть в это же самое место. Кто были эти маги? Увы, я запамятовал, как их звали, но... Они направлялись туда с миссией от братства. Ты лучше в ту ушу спроси, кто они такие. Тогда мне пора отправляться в ту ушу. Да, я так и подумал, что ты отправишься туда. Потому-то я и приказал Гилтору придержать этот свиток, зная, что во время землетрясения путь в ту ушу был завален камнепадом. На этом свитке заклинание, которое сможет сдвинуть камни. Я хотел использовать этот свиток, чтобы расчистить дорогу в ту ушу, но сейчас я, пожалуй, отдам его тебе. Приветствую!
мое белье. Похоже, им тут нравится. Сейчас отпусти мне. Что за... Во имя Белиара? Мой клинок очень острый. Чувствуешь? А? Что тебе нужно? Поговорить о храме. Здесь, в горах. Ты же будешь говорить, верно? Не
Незнакомец, послушай-ка меня. Чего там еще? Я отвечаю за безопасность этого места. Перед тем, как кто-то здесь чем-то тебе поможет, ты должен будешь убедить меня в том, что сам готов что-то сделать на благо Черноводья. Таковы правила. И кто придумал эти правила? Я! Ну ладно, и чего ты от меня хочешь? В последнее время нам здесь изрядно досаждают жабоящеры. Разори их гнезда и принеси мне их яйца в качестве доказательства того, что ты это сделал. Найдешь меня в болотной лилии. Это самая крупная постройка во всем поселении. И где найти гнезда этих жабоящеров? К северо-востоку от Тушу точно есть полдюжины их гнезд. Там и ищи. Что вообще происходит в Черноводье? Болтать будем потом. Сейчас у тебя есть работа. Глядись-ка. Этот парень, видать, знает свое дело. Новый рекрут? Опять? Ну и чего тебе здесь надо? Я ищу двух магов, которые на Медне заглядывали в архивы замка Сильверлейк и что-то там исследовали. Такими делами занимается великий магистр Мердарион. Тогда мне нужно поговорить об этом с магистром лично. Великий магистр Мердарион сейчас занят. И без моего разрешения никто не смеет его беспокоить. Тогда я хочу получить твое разрешение на то, чтобы поговорить с магистром. Ха! Не ты первый, дружок. Для начала сделай что-нибудь полезное и отправляйся в подвальное хранилище. Это место находится прямо у входа, там, где корни выходят на поверхность. Заставь Вултуса пообещать прекратить читать боевые заклинания внутри дерева. Тогда посмотрим. Скажи ему, что если он еще устроит там какой-нибудь бабах, я его утоплю в болоте. И тогда ты позволишь мне поговорить с Мердарионом? Возможно. А что, от Вултуса неприятности? Его эксперименты очень опасны. Это просто возмутительно, что совет позволяет ему заниматься этим внутри священного дерева. А если Вултус настолько опасен, тогда почему он до сих пор здесь? Он якобы гениален, хотя мне скорее кажется, что безумен. Безумен? Как-то? Он изучает какую-то новую магию, какая-то ересь. Если бы она существовала, неужели бы боги не передали знания о ней нашим предкам? То есть ты полагаешь, что Вултус оскорбляет богов? То, что делает Вултус, в корне порочно. Если совет не положит конец его бесчинствам, то это сделаю лично я. Совет? А что, у вас есть лидеры? В определенном смысле. Три великих магистра братства олицетворяют огонь, воду и тьму. Чего? Ничего не трогай! Не беспокойся. Я не настолько глуп, чтобы трогать инструменты мага. Умничка! Дай-ка я угадаю. Это тебя ведьма прислала? Меня прислала Гелана. Я должен проинформировать тебя, что после очередного взрыва тебя вышвырнут на болото. Не о чем беспокоиться. Эксперимент завершен. Что? Моя миссия завершена? И не будет драки? И ничего такого? Отлично, тогда я отправлюсь на встречу с магистром Мердарионом. С Мердарионом? Это вряд ли. Гелана тебе не позволит. Она так и дальше будет посылать тебя с поручениями, только и всего. Почему я не удивлен? Я могу помочь тебе стать членом братства Туушу. У тебя будет доступ к отличному снаряжению и многому другому. Но взамен я потребую с тебя плату. Тебя интересует мое предложение? Чего тебе надо? Соломенная шляпа. У меня ее сперли орки. Она мне нужна. Очень нужна. Шляпа? Соломенная шляпа? Ты что, издеваешься? А ты чего ожидал? Спасение принцессы? Ну ладно, не хочешь денег, найду другого лакея.
Какая вежливость и обходительность. Хм, я тебе нужен. Ведьма-то нипочем не пропустит тебя к Мердариону. Я помогу тебе и достану твою шляпу. Где мне ее искать? В развалинах. Там ошиваются орки-изгои. Ступай через мост на юг, а потом иди на юго-восток. Там путь освещен факелами. Не пропустишь. А почему соломенная шляпа для тебя так важна? Сам увидишь. Ну и что тебе сказала эта жаба? Вултус больше тебя не побеспокоит. Меня? Ну, впрочем, ладно. Он больше не шумит, как раньше, уже хорошо. Значит, ты теперь позволишь мне поговорить с Мердарионом? Нет. С великими магистрами могут говорить только члены братства Туушу. Ты просто использовала меня. Нет, в моей власти принять тебя в наш круг. Но не раньше, чем ты докажешь, что от тебя нам может быть толк. Чего ты от меня хочешь? Кто-то в болоте проводил эксперименты над когтихватами. Один когтихват сбежал, и на нем был магический ошейник, что может скомпрометировать его владельца. Понятно. И мне нужно будет убить этого когтихвата и уничтожить ошейник? Не совсем. Судьба зверушки меня не волнует. А вот ошейник тебе нужно будет принести мне. Я награжу тебя за твои старания. Я достану тебе твой ошейник. Просто скажи, где мне искать этого когтихвата. Если верить моему ученику, зверь должен прятаться в известняковой пещере, что находится в западной части болота, к северу от пещер гоблинов. Скорее всего, там могут обитать и другие твари, но ты наверняка с ними справишься. А если нет? Ну, Тушу точно переживет твою потерю. Чужак? Здесь? Как дела, приятель? Эй, командир! Не окажешь мне одну услугу, а? А с чего это я бы вдруг стал оказывать тебе услугу? Я бы помог тебе разбогатеть. Да-да, кто еще, кроме кашляющего дохляка среди болот, поможет мне разбогатеть? Не суди скоро. Найди мою сумку, и тогда увидишь. А для чего мне еще искать твою сумку? Сумку ты можешь оставить себе, командир. Она ценная, расшита узорами и все такое. А мне нужно ее содержимое. Вот незадача. Меня почему-то тоже больше интересует содержимое. Это мои личные вещи. Тебе от них не будет совершенно никакой пользы. Ну ладно. Где может быть эта твоя сумка? Я обронил ее, когда убегал от жабоящеров, которые заметили меня за кражей их яиц. Гнезда этих тварей находятся к востоку отсюда. Скажи-ка мне, что там у тебя в сумке? Я же сказал, командир. Личные вещи, только и всего. А что за личные вещи? Бумаги, письма, семейные реликвии, мемуары и все такое.